Глава Русской Православной Церкви прибыла в Узбекистан с официальным визитом. В Ташкенте состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирамоновичем Мирзиёевым. Глава государства отметил исторический характер и особое значение визита представителя Русской Церкви с учетом стратегического партнерства России и Узбекистана. Святейший Патриарх Кирилл, в свою очередь, подчеркнул, что с теплым чувством приехал в Узбекистан, прежде всего потому, что много раз здесь бывал, и воспоминания о пребывании в республике, даже в советское время, самые теплые. Российский народ очень ценит все то, что сейчас в России происходит. Она занимает свое место сейчас, достойное в мировом сообществе, отстаивает свою точку зрения. И вот это чувство такого национального самоуважения, оно очень важно для народа. И вот мне кажется, что сейчас в Узбекистане, особенно в связи с вашим избранием, происходит то же самое. Приходится встречаться с различными представителями Узбекистана и с людьми, которые имеют отношение к науке, к образованию. И мы видим, конечно, как самочувствие людей улучшается.